Всем привет, ребята, и это беременная Алена Веном. Половина срока прошла, и теперь я наконец-то закисываю. Записываю беременный скетч. Вот эти вот ошибки я даже не буду исправлять, потому что это нормально. Мой мозг тупит, и я с этим смирилась. Вам придется тоже. Дэрил все еще смиряется. Опа, что происходит? Что такое? Что случилось? Ого. Это что, мне серенада? Джексон, в следующий раз. Как-нибудь. Это не обещание было. Те, кто подписан на мой инстаграм, увидели, что я немножко рассказываю о своей беременности. Кто не подписан, кстати, подпишитесь. Тем более, девочки, вам, скорее всего, через это еще проходить. В инстаграме я все рассказала по-серьезки, я здесь покажу не совсем по-серьезки. Я рада, что у меня не тошнит, у меня нет токсикоза. Но, если честно, беременность — это постоянные лишения. Хотя, вместе с тем, и много привилегий. Да, Дэрил? Да. Которые, я надеюсь, останутся после беременности тоже. Дэрил говорит, что останутся, но, возможно, он так говорит, потому что я беременна. Никому нельзя верить. Так вот, первое видео о беременности, грубо говоря. Но у меня есть еще несколько идей. Напишите в комментариях, какие вам понравились. Хочу с вами посоветоваться. Нас трое ожидания и как у Хоменков после рода будет реальность. Скетч «Как вижу беременность я и он», «Как мы сделали ребенка». Это вообще полный трешак. Я не знаю, можно ли такое загружать, но это соревнование двух команд сперматозоидов за меня. Мы сильно угорали, когда это придумывали. Сделали ребенка? Но не бэкстейдж, а типа внутри, как все происходит, образовательный процесс. Только с юмором. И моя беременная рутина, что изменилось? Пишите ваше мнение в комментариях, также ставьте этому видео лайк. Давайте наберем 300 тысяч лайков и давайте же приступим к видео. Поехали! Здравствуйте, готовы сделать заказ? Здравствуйте, да. Я буду салат. Я буду тоже салатик. А теперь ребеночка, он же тоже просит. Значит так, мне, пожалуйста, запеченного лося, коровью голень, 0,5 кг креветок. А, не, какие 0,5 кг? Конечно нет, 1,5 кг креветок. А, и, кстати, подайте это все на ржавой рельсе, мне очень нравится запах. Так, дальше, сырую печень эфиопского журавля. Это малышке полезно, я ВКонтактике прочитала. И будьте добры, леща. Вот той вот курица за этим столиком, она на моего мужика пялилась, я все видела. Спасибо. Что такое? Ничего. А, офигенно. Слушай, кости в лосином копыте оказались такие мягкие. Я в шоке. Ты тоже, да? Можно? Ребенку очень сильно надо. Я точно должен готовить колы? Да, точно. Ребенку это очень надо, он мне сам сказал. Хорошо. Алё, ну это же моя плазма. Ребенку очень сильно надо. Дэрил! Дэрил, вставай, быстро, просыпайся! Что случилось? Поехали кушать. 3 часа ночи. Я тебя что, время спросила? Поехали, быстро, пожалуйста. Ага, и можно Макфлори сразу в картошку положить? Дэрил! Кажется, началось! Рожаю! Ори громче, заново. Так а нахрена нам еду паковать? Да ты вообще пробовала еду в этих больницах? Она ужасная. Я что, туда похавать еду? Так это ж для меня, я сразу к тебе туда приеду. Короче, Дэрил, раздевайся, все заново. Доброе утро. Доброе утро. Фу, блин! Ты можешь помыть свое лицо, оно воняет? Чем? Человеческой кожей, порами, жиром. Помой, пожалуйста, лицо. Проскрабирующе желательно. Спасибо. Нет. Нет! Ты что, с зала пришел? Да, прости, я в душ.
Погнали, это срочно. Что случилось? Ты что, не чувствуешь ничего? Погнали. Здравствуйте, мы ваши соседи. Молодой человек, не стыдно? На весь двор воняет. Фу, пойдем. Что ты делаешь? Чувствуешь? Пахнет как в раю. Дэрил, твоя беременная жена уже совсем готовенько кушать. А что у нас сегодня? Buenos días. Disfruta tu comida, señora. Не. Bonjour, madame. Bon appétit. О, спасибо большое. Что ты тут сказал, ничего не понятно? Но очень сексуально. Круассана я не буду, спасибо. Merci. Мне показалось, или я видела возмущение в твоих глазах? Buongiorno, signora. Buon appetito. Зайчик, усики кайф, но нет. Пойдем. Пошли. Вам шаурму с курицей или с говядиной? С говядиной. С говядиной нет, есть только с курицей. Тогда с курицей. Пожалуйста. Спасибо. Это еда богов. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Также давайте наберем 300 тысяч лайков. Напишите, какое видео про беременность или не про беременность вы хотите в комментариях. Не забывайте также подписываться на мои соцсети. Господи, у меня столько просьб к вам. Но это нужно ребенку, честно. Ну и спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я вас люблю и целую. Шлю вам интернет счастья, света и добра. Пока. Вот той вот корме за щеку лося. Вы в лифте хотите родить или что, Дэрил? Подыграй мне, пожалуйста. Мне так сложно, я не буду. Особенно с текстом. Я буду салат. А мы пишем? Да. Да. Дэрил, мы не можем вот так сдохнуть. Жутем. Жутем ту. Я все вкусно. На нас так охранник смотрит. Оля с сомбреро.